Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Школьники из Чебоксарского района по приглашению главы республики сегодня побывали в Доме правительства. В роли гида выступил заместитель руководителя администрации главы Чувашской республики Валерий Филимонов. Самые активные, инициативные эти ребята из Врумансюрктерской школы давно хотели посмотреть, как работают органы власти. Помог случай. На днях они вместе с Михаилом Игнатьевым сажали деревья в Чебоксарском районе. Тогда глава республики пригласил ребят на экскурсию в Дом правительства. Рабочие кабинеты, различные залы заседаний, зал, где вручают государственные награды, купол. Школьники побывали везде. Прошу тишины! Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ребята с любопытством ходили по кабинетам и залам, где решаются социально важные для республики задачи, принимаются законы. Вот кабинет главы региона, его рабочий стол. Михаил Игнатьев на окружном совещании в Казани. Поэтому ребята оставили ему письмо, в котором поблагодарили за возможность увидеть все воочию. Не обошлись и без снимка на память. С купола вся столица как на ладони. Отсюда открывается вид на залив, на Волгу. Очень красивый вид. Здесь все в таком элегантном стиле, все такие деловые костюмы, все так официально. Нам это очень понравилось и впечатлило нас. Экскурсия по зданию как отправная точка, чтобы понять, хочешь ли ты в будущем участвовать в управлении, работать в органах власти. Чтобы дети поняли, что в наше время, чтобы добиться чего-то большого, успехов, состояться как человек, прежде всего нужно учиться, стремиться получать знания, стремиться добиваться поставленных целей. И надеюсь, что для себя они сегодня большой урок извлекли. Возможно, что этот урок станет длиной в жизнь, и кто-то из этих ребят окажется на государственной службе. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.